Внимание! Начинаем репортаж о запуске космического аппарата «Электро-Л» номер 4. Старт ракеты космического назначения назначен на 14 часов 12 минут 52 секунды по местному времени Байконура. Объявлена готовность запуска 1 минута.
нормально. Параметры системы.
580 секунд. Прошло выключение рулевого двигателя третьей ступени. Есть отделение орбитального блока в составе разгонного блока 1С86103 с космическим аппаратом Электро-Л номер 4. От третьей ступени ракеты... Пятый, провести зону СК-1. В составе разгонного блока 1С86103. Есть, провести выключительную операцию на СК. С космическим аппаратом Электро-Л номер 4. Построение расчета возле сооружения 84-1. 14 часов 35 минут. Первый. Номер 4 окончен. Руководитель работ. Провести заключительные операции. Привести системы агрегата штатного комплекса в исходное состояние после пуска АГС. Пятый. Есть провести заключительные операции. Привести агрегаты и системы СК в исходное состояние после пуска РКН. Десятый. Есть провести заключительные операции. Привести агрегаты и системы СК в исходное состояние после пуска РКН. Двадцатый. Есть провести заключительную операцию, привести агрегаты и системы стартового комплекса в исходное состояние после пуска РКН. 30. Есть провести заключительную операцию, привести агрегаты и систему в исходное состояние после пуска РКН. 40. Есть провести заключительную операцию, привести агрегаты и систему СК в исходное состояние после пуска РКН. 50. Есть провести заключительную операцию, привести агрегаты и систему стартового комплекса в исходное состояние после пуска РКН. 60. После пуска РКН. 68. Есть провести заключительная операция, привести агрегат системы стартового комплекса в исходное состояние после пуска РКН. 70. Есть провести заключительная операция, привести агрегат системы СК в исходное состояние после пуска РКН. 75. 10. Провести подготовку ТБУПСП с РРГЦНГ. 5. Система стартового комплекса в исходное состояние после пуска РКН. 90. Есть провести подготовку ТМИ ПСП с РНК-ЦНК. 10.